привет! Вы любите осень? Я очень, особенно если нет дождя. А в хорошую погоду погулять по лесу одно удовольствие. Мы часто с дочкой гуляя собираем природные материалы, не жалея маникюра, собираем мох, песок и разнообразные веточки. Ведь в лесу очень много разнообразного материала для реализации своих идей. И все это я храню дома, в обычных картонных коробках. А на этот раз цель нашего похода в лес была создание работы дочки в детский садик. И так хочется, чтобы ребенок принимал участие в создании чего-то интересного. А пока я все клеила, она 20 раз высыпала песок, ломала забор, меняла места всем предметам, и в итоге у нас получился вот такой маленький дворик. Грибочек, который сделан из фоамирана, дерево из проволоки и обклеенным мхом, камушки, песок – все собирали в лесу. Творите с детьми, ведь это время, проведенное вместе, самое лучшее. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале. А мы увидимся в следующем видео. Пока-пока!